Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика, и сегодня мы начинаем наш совместник по вязанию кардигана мужского от Брунелло Кучинелли. Сегодня мы разберем начало, японское плечо, оно там упрощенное, я под микроскопом рассмотрела, это не классическое японское плечо. Японское, но оно упрощенное, так что, девчонки, не боимся, вообще ничего не боимся. И вяжем. Я думаю, ну, конечно, совсем уж новички, конечно же, нет. Но такие уже, которые уже связали хотя бы пару вещей больших, ну, в смысле, свитеров, кардиганов, я думаю, вы справитесь. Вот, спицы 3 миллиметра, да, я беру. Я уже говорила об этом в первом видео, я на него ссылочку оставлю. Девчонки, в начале, в самом начале хочу вас попросить быть активными, потому что от вашей активности зависит как бы следующие наши проекты. Будем ли мы повторять вот такой вот формат взаимодействия с вами, либо не будем. Я уже там следующую вещь наметила, которую бы мы могли связать с вами вместе, женскую. Вот, ну, либо мужской второй кардиган свяжем. Тут не важно что, важен сам формат. Если вам понравится, делитесь, пожалуйста, видео, лайк, комментарий. В общем, будьте активными, пожалуйста. И поделитесь в группах по вязанию, чтобы побольше людей к нам подключилось. Ну и в своих социальных сетях. Вот. А мое большое спасибо и моя работа для вас. Значит, девчонки, я повторюсь. Кто не заказал пряжу, просмотрите первое видео про пряжу. Вернее, кто не заказал, кто не видел видео, кто не знает, из чего вязать, посмотрите обязательно первое видео. Я под видео в описании буду выложу плейлист для мужчин. Все видео, которые относятся сюда, к этому видео, будут в этом плейлисте. И про пряжу, и начальное видео, и последующие. Все будет там, поэтому в одном месте вы все, что вас интересует, можете найти. Я буду вязать, значит, Ализе Ангора Голд серый меланж, цвет называется 208, вернее, номер цвета 208. И Ализе Суперлана Тик, цвет 142. Это мой выбор, потому что вяжу мужской кардиган на себя. Вот тоже все. У меня вязать некому, а связать неинтересно, поэтому я вяжу на себя. Если возникают по этому поводу вопросы, тоже в первом видео, почему я вяжу на себя. Вот. И вот такой вот, как бы, по итогу у меня получается цвет вот с розоватым таким пастельным оттенком. Вот я совмещаю две нити, вот эти вот. Так. Далее, что по образцу? Вот связала я образец. По сути, девчонки, не боимся, потому что даже если вы не попадете в эту мою плотность, ничего страшного, потому что все равно вы будете в процессе считать свой размер, считать, как бы, делать свои замеры, поэтому в любом случае в процессе это все будет подгоняться под ваш размер. Вами самими, я буду считать свой, вы будете считать свой, и все будет хорошо, не волнуйтесь. Я имею в виду, не волнуйтесь, если не попадаете в плотность. Спицами я вяжу 3 миллиметра. И еще я подготовила, потому что нам нужно будет больше спиц. У меня, к сожалению, нет троечки еще одной. Ну, в общем, все, вот у меня 2,5, я буду просто переснимать и оставлять, потому что мы будем вязать вот интересно сверху вот эту бесшовно, без швов будет, ну, единственное, там, возможно, будет один шовчик, но не факт. Вот, это уже на ваше усмотрение, там, как вам будет удобно. Это то, что сейчас у меня в голове сложилось. Вот. Поэтому нужно много спиц, хотя бы для переснимания, там будут некоторые секторы оставляться, как бы, и довязываться другие. Ну, в общем, все в процессе, девчонки, спиц больше, чем, ну, побольше. Вот, пряжу я сказала, сколько уйдет, понятия не имею, это мы узнаем в конце, поэтому девчонкам рекомендовала купить по упаковке, потом остатки используются этой пряжи. Пряжа бюджетная, ту, что я рекомендовала, вся пряжа бюджетная, поэтому все используется на шапки, носки и т.д. Итак, значит, что у меня еще? У меня мужской манекен китайского размера. Вот.
Померила я ему плечи. И померила себе, и оказалось, мы с китайским мужчиной одинакового размера. Ну, я, может, на 2 сантиметрика поменьше. Вот, померила я плечи. Нам нужно вот эта мерка. Смотрите, на образце там не как бы окат рукава находится не в этом, в этой точке, где должен находиться, а рукав все равно чуть приспущенный. Вот рукав находится вот здесь вот, поэтому ширину мы меряем вот так вот. Нам нужна вот эта вот ширина. У моего манекена 47 сантиметров, а у меня 45. Вот такие вот циферки. То есть моя первая мерка 47, ширина плеча 47 сантиметров. Вот первым делом, что мы начинаем делать, нам нужно набрать петли вот для горловины вот здесь вот. Вот эту вот часть. Визуально я там посчитала, сколько в образце, в оригинале у нас петель. Я наберу, значит, так как у нас там будет еще обвязка всю и т.д. и т.п., вот эта часть. А, про плотность не сказала, подождите, про плотность. Значит, плотность вязания моего образца 21 петля в 10 сантиметрах и 18 петель в 10 сантиметрах, это уже это до обработки, до стирки, стирки. А это после стирки. Значит, горловина у нас вот здесь вот должна быть чуть ниже, потому что здесь у нас будет обвязка. И я так прикинула, что где-то 18-20 сантиметров вот эта часть, наборный край, у нас должен быть 18-20 сантиметров. Вот в моем случае, вот в моем случае это 18 сантиметров, потому что у меня размер маленький. Вы же можете пару петель добавить, так как... Ну, 2 петли, из расчета 2 петли в 1 сантиметре, если у вас мужчина большой. Если такой небольшой, то оставьте ту цифру, которую вяжу я. Либо вот ориентируйтесь на сантиметры, девчонки, вот в этом месте, в начале. Потом вы уже будете подгонять по модели, да, вот начальный вариант, это 18-20 сантиметров, мы от них пляшем. Далее у нас пойдет вот такая вот конструкция. То есть вот это плечо, это спинка будет, вот это вот плечо, и здесь у нас будут добавления. Сейчас я все буду вязать, но самое основное, сейчас вы должны определиться с вот этой вот цифрой петель, которая у вас должна быть по итогу 18-20 сантиметров в исходном варианте. Это значит, что у меня это будет... Если 20 сантиметров, это 36. А еще одна важная, важный момент. Число петель должно быть нечетным. Давайте я все буду вот так вот писать. Нечетное количество петель для начала. Так. Это первая вещь. Значит, считаю я свои петли. Если, допустим... 18 петель, это 10 сантиметров. Я уже после обработки считаю, то как, какое оно будет после стирки. Это 20 сантиметров, это 36 петель. И я убираю 2 сантиметра, это, ой, ну да, 2 сантиметра, это 4 петли, 36 петель. 36, это 20 сантиметров, минус 4 петли, это... Ну, примерно, да, 32 петли, и число петель должно быть нечетным, и я убираю. То есть здесь, девчонки, на ваше усмотрение, либо вы добавляете одну петлю, я убираю, минус 1 петля, и равно 31 петля для набора. То есть понятно, да, как я посчитала, по плотности вязания на 20 сантиметров отняла 2 сантиметра, это 36, это 20 сантиметров, отняла 2 сантиметра, чтобы получилось 18, которые нужно мне, и отняла еще одну петлю, потому что нужно нечетное количество петель. Здесь, как вы наберете петли, абсолютно все равно, любым удобным для вас способом. Я набираю на 2, девчонки, спицы, потому что вязка такая
рыхлая, поэтому она должна тянуться. Значит, 2, 3, 4. Двадцать восемь, 29, 30, 31. Так, здесь я всегда делаю узелок, чтобы первая петля не расходилась. И теперь вяжем, девчонки, вяжем первый ряд резинка 1. У вас точно так же будет, если нечетное количество петель, не волнуйтесь, у вас все совпадет. Значит, начинаем мы с изнаночной петли, изнаночная, далее лицевая, и заканчиваем тоже изнаночную. Я же говорю, ничего не бойтесь, девчонки, потому что будет все подгоняться под ваш размер, потом уже на вашем мужчине вы это все будете мерить и как бы дополнять, ну, довязывать вот первую мерку по ходу, потом мерки будем снимать. Что очень удобно в этом способе, так это то, что это все вяжется сверху, и можно корректировать, да, снизу, мне кажется, намного сложнее потом откорректировать вверх и угадать с вот этой проймой, да, размещением рукава, плеча. Это, по мне, так это сложнее, вот сверху намного проще. Вот последняя изнаночная и кромочная изнаночная. Так, теперь мне нужны маркеры, забыла вам сказать. Так, пока 2, на данном этапе 2. Мы что мы делаем? Со второго ряда мы уже вяжем узор. Каждый изнаночный ряд мы вяжем на петлю ниже, на ряд ниже, то есть это полупатентный узор. Вот лицевая петля вяжется на ряд ниже, то есть вяжется не классическая лицевая, а на ряд ниже, то есть дырочку под петлю я засовываю спицу и отсюда вытаскиваю петлю и снимаю. Вот эта петля, она так подраспустилась и все, приняла свою форму. Изнаночную провязываю обычным способом, лицевую под петлю. Так, и теперь я отделяю вот эти 4 петли. Далее вяжу по узору. Лицевой ряд у нас будет вязаться лицевыми, резинкой 1 на 1, а в изнаночном мы вот делаем такие вот, такой фокус, вяжем лицевую под ряд. И получается красивая полупатентная резинка. Я вяжу достаточно туго. Вы, если не хотите, не вяжите. Но вяжите своей плотностью, но подгоняйте вот этот... этот этап под сантиметры. Если, а кстати, не сказала, 20 сантиметров, если уж совсем большой мужчина, то можно и 22 и 24, да, есть же огромные мужчины, поэтому, девчонки, это так, средний такой размер, не мега, ну не бойтесь потом добавить, вы потом, если большой, не бойтесь набрать здесь 24, допустим, сантиметра. Потому что потом это все можно подкорректировать высотой горловины всего лишь. Это все потом устаканится. Лучше, я считаю, при вязании лучше больше, чем меньше. Потому что потом пойдет уже... Так, здесь, девчонки, здесь тоже 4 петли я отделяю. И вот, конечно же, надо было мне сейчас прям начать добавление делать. Но давайте вот это начальные 2 ряда. И со следующего ряда мы делаем... Так, из третьего ряда я начинаю делать добавления. Вот эти вот 4 петли я провязываю без изменения. А вот отсюда я буду добавлять. Вот она, из этой лицевой петли, под нее петля, я поднимаю и провязываю дополнительную петлю. Здесь эти петли мы будем ввязывать в узор. Так, здесь петля лицевая перед маркером. Мы тоже поднимаем петельку из ряда ниже, из этой петли. Можно ее вот так вот перекрутить, чтобы не образовывались дырки. И по узору у меня здесь изнаночная, то есть это следующая лицевая. Я ее провязываю лицевой. И, соответственно, вот эту тоже лицевой. Довязываю ряд до конца.
Так, первый ряд, второй ряд мы не добавляем, девчонки. Если в классическом японском плече у нас идут добавления в каждом ряду, то здесь нет, потому что эта вязка, это не допускает. Я, кстати, уже распустила, видите, смотрите, я переснимаю. Так что здесь в изнаночном ряду мы не добавляем петли, мы просто вяжем по узору, потому что я добавляла как и положено, оказывается, нет. У нас полупатентная резинка, которая растягивается в ширину и при этом стягивается в высоту, поэтому здесь происходит несоответствие как бы классической формулы, она не подходит для полупатентной резинки. Но тем не менее, если классическая формула не подходит, тут есть возможность намного упростить это возможное японское плечо, и я об этом вам потом скажу, где именно. Вот, то есть изнаночный ряд мы вяжем просто по узору, а добавление делаем только в лицевом ряду. Еще раз покажу еще один ряд. Я не помню, я показала вам там, что нужно перекрутить. Здесь вот лицевая, я поднимаю петлю на ряд ниже, одеваю, перекручивая. Здесь у меня по узору изнаночная. Я вот так вот перекрученную провязываю изнаночной. Почему изнаночная? Потому что следующая из основного полотна у меня лицевая. Все добавленные петли мы ввязываем в узор. Совмещаем с основным полотном, не с этой петлей, которая у нас возле маркера, из которой мы вытаскиваем, а именно с основным вязанием. Так, здесь у нас перед маркером петля. Вот это, смотрите, у нас лицевая. Я поднимаю на ряд ниже. Мне нужно провязать ее изнаночной. Так, я буду добавлять и вы, соответственно, в каждом лицевом ряду до того момента, пока у вас не будет вот это вот в сантиметрах, вот это вот число. В моем случае это 47 сантиметров. Я посчитала, приблизительно у меня около 80 петель должно остаться, 81 где-то, если нечетная. Но я еще перемеряю в сантиметрах, потому что образец на маленьком образце это одно, но большая плотность уже в изделии, это совсем другое, потому что мы можем уйти как бы от плотности, начать вязать туже, слабее. То есть все потом мы будем подгонять под сантиметры, уже не основываясь, ну, в принципе, нужно нам будет потом плотность, но все-таки будем подгонять уже по силуэту, по модели. Поэтому рекомендую не вязать без модели. Вяжите мужу, сыну, вот постоянно на него прикладывайте и меряйте, девчонки. Так, я до меня дошло, что я, в принципе, вам не посчитала, не показала, как посчитать. Это плохо, что я снимаю на телефон, и мне придется вручную считать. Значит, есть у нас ширину 18 петель на 10 сантиметров, и будем так считать, 18 петель это 10 сантиметров, и нам нужно 47 сантиметров. Это по итогу, сейчас у нас это будет меньше число x. Что мы делаем? 47 умножаем на 18, умножаем эти два числа, 47 умножить на 18. В общем, 84 петли у нас должно получиться число x равно 84 петли. Это перепроверка, сколько, потому что сейчас это будет не 47 сантиметров, это будет меньшее число. Значит, 84, и понятное дело, что
плюс одна петля, потому что нечетное количество петель. То есть в моем случае должно получиться 85 петель. Вот здесь вот 85 петель. Это у нас получится после ВТО. И еще один нюанс, смотрите, девчонки, вот сейчас у меня 83 петли. И я теперь буду останавливаться. Почему? Потому что вот здесь вот, смотрите, нам же нужен узор. Вот здесь вот у меня вот эта лицевая ведущая, потом изнаночная. Если я остановлюсь на 85 петель, то мне придется сделать еще одну петлю, добавить по одной. И получится две лицевые как бы рядом, что мне не нужно. Мне же нужен узор. Поэтому у меня здесь будет 83 петли. Вы уже сами решите, как вам, куда вам двигаться. Либо, если получится вот такая вот ситуация, как у меня, либо убирать, либо добавлять одну петлю. Я думаю, что как бы большой роли это не играет. Далее я вяжу ровное полотно сантиметров 10. Вот когда вот сейчас, ой, хотела вам показать. И вяжу. Сейчас хотела измерить, сколько у меня сейчас в данный момент это все дело без ВТО. После ВТО должно быть 47 сантиметров. Я вот этот ряд провязала. Просто хочу вам показать, сколько это сейчас у меня в необработанном виде. Кажется, что это мало, но на самом деле не мало. Потому что вот здесь вот это все распрямится. Вот. И получится все очень красиво. Значит, должно у меня быть 47 сантиметров потом, после обработки. Так, на данном этапе у меня здесь это 42 сантиметра. Ну, а если вот так вот оно постирается, выровняется, то будут все свои 47 сантиметров. Вот, сейчас я вяжу ровно. Сантиметров 10 вот так вот до проймы. Ну, это не до проймы классическим, то там еще будут добавления на пройму, поэтому сейчас у меня ровный участок, потом я измерю. Сейчас я вяжу, буду определять визуально, потом вам скажу. Сейчас происходит, я провязала меньше, что-то у меня вот это держатель с ума сходит. Так, я почему-то побоялась больше вязать, потому что у меня маленький размер. И, ну, в общем, сейчас все рассказываю, не переживайте. Это я ж все по ходу корректирую. Девчонки, на этом этапе, вот сейчас у меня все стянулось, и получилось вообще 39 сантиметров. И мне кажется, что такое маленькое, но я же понимаю, что это будет вот так вот по итогу. Вот, я сейчас, конечно, вам рекомендую сейчас на этом этапе, чтобы потом не разочаровываться, постирать и перепроверить уже на постиранной вот в этом состоянии детали. Я же этого делать не буду, потому что мне нужно быстренько, и ждать времени у меня нет, пока это высохнет. Я уже сделаю переднюю деталь, довяжу до проймы, вот. А потом перепроверю. Ну, в общем, провязала я 8 сантиметров, а не 10. И сейчас я вот это все оставлю, девчонки. И начну вязать переднюю деталь. Вот почему я говорила, что нам нужно больше спиц. Вот моя задняя деталь. И я сейчас сниму спицы, одену заглушки. Вот. И буду вязать переднюю деталь. Кто еще не знает, спицы у меня с AliExpress. Ссылку оставлю под видео, если не забуду. Если забыла, напоминайте в комментариях, добавлю. Вот, потому что я, бывает, забываю под видео. Говорю о больше, как бы, ссылках, и потом забываю. Значит, что я сейчас делаю? Я сейчас буду вязать переднюю деталь. Сейчас мы пока
ничего не считаем. Мы будем использовать метод научного тыка. То есть визуальный. Значит, что у меня обозначает вот этот маркер? Это я, в общем, начала переносить в компьютер и уже не снимала, потому что телефон был как бы этим задействован. Здесь это обозначение моего последнего добавления. Вот в этом ряду было последнее добавление. Точно то же самое в этом ряду. Значит, что я сейчас буду делать? Я беру, вот здесь я прям и нить рабочую все оставляю, потому что потом мы будем вязать поочередно обе стороны, поэтому ничего не обрезаем, вообще ничего. Поэтому еще я рекомендую вам доставать нить вот изнутри клубка, чтобы потом удобно было вам вязать. Мне вот прям сейчас кажется оно таким маленьким. Но опять же, это ощущение обманчиво, потому что вязка такая, такая себе. После обработки, вот смотрите, совсем другая, да, объемная, такая рыхлая. То есть это совсем другой вид вот на образце. Поэтому я пытаюсь не расстраиваться. Хотя, знаете, как человек переживает, если вязать вот сверху, а потом-то перевязывать полностью надо. Почему я говорю, вы лучше постирайте на вот этом вот этапе и перепроверьте. Сейчас я вам скажу, что нужно перепроверить. Уже в готовом, как бы, ну, обработанном виде вот эту вот часть, вот эту вот, и 47 сантиметров и общую ширину. Вот эту часть вам не нужно ничего с ней измерять, оно там все автоматически устаканится. Вот, а я же доделаю, мне придется доделать и потом уже проверить. Значит, что я делаю? Я беру опять же вот эту вот нить, беру спицу, куда я ее дела. Вот она. И теперь смотрите, мы будем набирать петли. Вот здесь, вот где последний ряд с добавлениями, я отступаю. Вот, видите, оно у нас все равно идет закругление. Если вот так вот смотреть, то первая петля должна быть здесь. Сюда. Значит, вот от последнего ряда я отступаю еще один и две кромочные. Во вторую кромочную от маркера, за нею, вернее, я привязываю, вдеваю нить. И набираю петли из каждой кромочной. Сейчас я посчитаю, сколько у меня. 2. 3. И вот этот вот маркер уже можно снять, уже он не нужен. 3. 4. 5. 6, 7, 8. Вот. У меня это 29 петель. У вас же будет ваше число, ваше, только ваше. И ничего более. Значит, я поворачиваю. Теперь важная информация. Вот первый ряд, он изнаночный получается. Если у вас четное количество петель, вы начинаете с изнаночной. Если у вас нечетное, как у меня, количество петель, то вы начинаете с лицевой. Для чего это нужно? И вяжем резинку 1 на 1. Для чего это нужно? Сейчас я вам все расскажу. Вы поймете. Так, что в конце у нас была лицевая обязательно в изнаночном ряду перед кромочной, а в лицевом ряду у нас обязательно должна быть изнаночная. Почему? Сейчас еще объясню. Значит, здесь вот у нас, смотрите, мы, по сути, набрали петли вот здесь вот. Вот так вот мы будем вязать. Здесь у нас косое полотно. Оно, по сути, идет вот так вот в сторону. Но потом оно в процессе укладывается так, как нужно. Потому что плечо у нас пошло вот так вот. Линия плеча вот здесь вот находится. Вот, теперь. Сейчас я вяжу еще 2 ряда. И потом нам нужно делать сокращение. Потому что в оригинальной модели, вот почему, потому что нам потом придется делать сокращение, а нам нужно после кромочной вот здесь вот в лицевом ряду изнаночная. Вот еще лицевой ряд я вяжу,
подряд мы вяжем в изнаночном ряду, так как у нас там был как бы первый ряд, то и подряд мы связать по сути не могли, поэтому мы вяжем третий ряд из четвертого, вернее второй, это второй ряд, да, с третьего ряда мы начинаем этот полупатентный узор. Так, третий ряд я уже вяжу под петлю ниже. Так, и начиная с четвертого ряда, вот по лицу, мы будем делать со стороны пролина несколько убавлений. Оно, конечно же, возможно и уляжется и само по себе, но несколько я бы сделала, чтобы уравновесить это все, как бы, так, здесь у нас, так вот выглядит, да. Значит, теперь, вот смотрите, сейчас у нас четвертый ряд. Я после кромочной, у меня идет изнаночная петля, что я говорила, нужна она здесь. Мы ее со следующей петлей провязываем вместе изнаночной. И далее вяжем по узору. Так, изнаночный ряд, полупатентный, лицевая петля на ряд ниже. Это у нас лицевая, здесь у нас в конце две лицевые, здесь сейчас мы вяжем еще два ряда без изменений, тут две изнаночные в начале, это так надо, два ряда я вяжу еще, то есть это получится всего три ряда между вот этими сокращениями, и в четвертом ряду я буду делать опять же сокращение. Сокращение у нас будет всего 4, немного, просто мы этот уголок сравняем немножко, чтобы нам оно там нам не деформировало, не искажало, всего 4 убавления. При очень больших размерах, то сделайте 6, девчонки, больше не надо. Почему нечетное? Потому что, понятное дело, резинка 1 на 1, и нам нужно вписать это все, эти сокращения в узор. Вот, поэтому вот так вот. Третий ряд. Так, и опять же в лицевом ряду через три ряда в четвертом я делаю две петли вместе изнаночной, все время изнаночной. После кромочной старайтесь так, чтобы у вас не попадала лицевая петля, потому что некрасиво будет потом смотреться. Вот видите, здесь у меня изнаночная, у меня везде возле кромочной изнаночная петля, потому что потом удобнее присоединять, оно красивее, эстетичнее смотрится. В общем, вот так вот. Значит, я еще сделаю два сокращения, вот, и далее мы с вами встретимся. То есть вот это было второе, и еще два я сделаю. Вот смотрите, у меня 4 петли сокращено, видите, 1, 2, 3, 4. Вот, вот так вот это выглядит, потом оно у нас примет вот такую вот форму, и вот эта вот часть у нас продолжает линию, как бы вот эту вот линию. Вот для этого нужны были эти сокращения, иначе бы это пошло вот так вот слишком, как бы, в сторону. Вот, когда оно обработается, вот так вот это будет выглядеть. Вот естественным образом. Теперь я вяжу сантиметров 5 ровно, немного, сантиметров 5, не более. Да, по сути, вот если смотреть на нашу схему, то здесь я вот так вот сократила, а дальше уже пошло у меня ровно. Что-то не знаю, как это нарисовать, но в общем, я думаю, вам понятно. Видите, вот по линии регла набраны петли,
и сокращенные вот здесь. Вот здесь ничего не меняется, здесь все ровненько. Оно вот что здесь хорошо, смотрите, нам не надо делать углубление на спинке. Оно все ложится естественным образом. Ну, вот так вот плечико ложится. И теперь я вяжу ровно. Еще вот сколько же я бы сказала, сколько мы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 20 рядов. Вот 20 рядов я еще провяжу. Итак, девчонки, провязала я еще 20 рядов в сантиметрах. Я вам сейчас скажу, сколько. Здесь я не знаю, есть, существуют ли какие-то формулы, но я же говорю, у меня формула в голове визуальная. У меня это 9 сантиметров. У вас может быть немножечко больше, в зависимости от размера. Значит, 4,5 у меня был вот эта вот часть, и 4,5 вот эта часть. Теперь смотрите, как перепроверить. Вот визуально, как бы это... Эта модель, вот видите, немножечко это все уходит на спинку. Вот так вот это, видите, будет складываться. Вот. А вот эта часть уходит на спинку, на этот вырез спинки. Видите, у нас все совпадает, как бы складываем. Вот вы и смотрите. Смотрите, чтобы вот эта вот часть, видите, которая вы складываете плечико, сзади оно выглядит вот так вот. То есть больше уходит туда. Ну, то есть сложилось классическое плечо со скосом. То есть сейчас вы просто визуально смотрите. И вот отверху это есть та часть, которая вы в классическом вырезе, если делать вырез горловины, да, у вас здесь идут убавления, а здесь вот ровная часть. И вот эта ровная часть, она приблизительно должна соответствовать той ровной части, которую вы вяжете вот в классическом вырезе. Вот. Сейчас я измерю, сколько это. Это может быть и 10 сантиметров, и 8, и 5. Вот. В моем случае это 6,5 сантиметра. Далее у меня пойдет добавление, пойдут вот так вот. И вот будет весь вырез. А весь вырез у нас, весь вырез у меня будет где-то сантиметров 12. Я не хочу, чтобы оно сильно под горло было, хочу, чтобы возле горла была свобода. Вот весь вырез, я его меряю отсюда, от плеча, будет 12 сантиметров. Потом оно еще подтянется. То есть, если смотреть от выреза, даже 7, 12 минус 7, 5 сантиметров, ну, что вполне себе логично у меня уйдет на вот этот вот скос, округление выреза. Вот, то есть, если отталкиваться от выреза, у меня вырез, глубина 12 сантиметров предполагается, и 5 сантиметров мы отнимаем на вот этот вот скос, глубина выреза 12 сантиметров, минус 5 сантиметров вот этот скос, по которому пойдут добавления, то ровно нам нужно, чтобы у нас было 7 сантиметров, равно 7 сантиметров, что у меня и есть здесь. Вот, если разложить это все, у меня здесь 7 сантиметров. И что я сейчас делаю? У вас же свое число. Вот, допустим, вы хотите вырез горловины 16 сантиметров, да, если мужской джемпер, то понятное дело, что там нужно больше. На скос у вас уйдет 5, то 11 вам нужно вязать ровно, либо петли скоса расприклеить. Хотя, я думаю, достаточно и так. Так, петли скоса, девчонки. Опять я беру маркер. Я думаю, вот эта часть у вас будет непонятно, вот сколько здесь вязать. Ну, ничего, вы, в общем, спрашивайте, девчонки, что не так спрашивайте. Так, значит, здесь у нас сокращение, добавление. Мы же здесь добавляем, что я делаю. Значит, добавляем по той же схеме, как и здесь.
каждом лицевом ряду по одной петле. У нас пойдет вот так вот закругление. Все то же самое с добавлением, как и в нашем реглане. Мы не будем ничего как бы выдумывать нового. Мы все сделаем точно так же. Чтобы оно у нас все перекликалось. Сейчас мы будем добавлять и вязать до того момента, пока мы не достигнем нужной нам глубины выреза. Учитываем, понятное дело, что еще ВТО, но учитываем и то, что будет еще обвязка. Вот из лицевой я теперь делаю изнаночную. И так добавляю в каждом лицевом ряду по одной петле. Продолжаю вязать. Так, девчонки, смотрите, я добавила 10 петель. Это у меня вот выглядит вот таким вот образом. Сейчас проверяем. Сейчас проверяем, сколько. Вот смотрите, ровно 12 сантиметров. Да, и теперь, девчоночки, теперь, если посчитать, вот считаем теперь, значит, у меня здесь было 83 петли. Половина от этого, если считать полочку, то это 42, 41 с половиной, да, ну, 41 с половиной нам не подходит. Подходит либо 41, либо 43 округлим, потому что у нас там разрез, да, 2 кромочная добавляется. Значит, половина от 83 в моем случае будет не 41,5, а 43. Потом, почему 43, а не 42? Потому что нам, опять же, нам нужно нечетное число. Значит, полочка у нас 43 сантиметра, 43 петли, ровно половина отсюда, плюс закругление, округление и плюс нечетное число. Значит, что это значит? Что сама полочка у меня должна быть 43 петли. У меня здесь 36. После всех добавлений, убавлений, вот если брать полочку, которую я набрала, 29 петель изначально у меня было, 29, потом 4 я убрала, минус 4 на скос. Здесь у меня все идет ровно, ровно. Далее пошел скос плюс 10, после минус 4 у меня было 25, а не, у меня здесь 35, почему я решила, 36 петель и плюс 10, сейчас проверим, 35 петель, а должно быть 43, значит, вот сюда мне нужно добавить до, плюс 8 петель до 43. Значит, сейчас у меня должно быть после 10 добавлений 35 петель. Вот я считака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35 петель. Вот видите, все правильно, оно само по себе, хоть я посчитала неправильно, оно само по себе все вышло на нужное число. Значит, я добавляю вот здесь вот 8 петель. То есть, я думаю, вы поняли, да, делите вот все петли спинки, сколько у вас здесь, пополам, далее округляете, добавляете, не убавляете, добавляете петли, чтобы было там одну. Ну, сначала округляете, у меня это было 41,5, я округлила до 42 и добавила одну петлю для того, чтобы было нечетное число. Возможно, вам не придется, придется добавлять, потому что везде у нас фигурирует нечетное число, поэтому вот так вот, девчонки. Сейчас я добавлю 8 петель.
закончу вырез горловины. Здесь уже, видите, здесь обязательно, если добавляете, то тоже округляйте так, чтобы у вас совпал узор, да, не 11, здесь должно быть четное, чтобы в резинку нам вписаться. И довязываю до конца ряда, и здесь вот добавляю 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, и здесь вот смотрите, здесь тоже нужно, значит, вот это лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая первая петля у нас. Хотя это и так понятно, потому что нечетное количество петель, что я считаю, не понятно. Не, хотя, может, и... Да нет, все-таки, в любом случае, лицевая, раз нечетное количество, и начало у нас с изнаночной, ну, в лице. А здесь, значит, достаточно посмотреть вот здесь, вот лицевая, значит, первая лицевая, потому что нечетное количество петель, возможно, потом во второй половине, ну, полочки, это будет наоборот. Так, это у нас изнаночная, лицевая, все, мы вписались, теперь продолжаем вязать ровно. Сколько же мы вяжем? Сейчас мы посчитаем, нам сколько нам нужно добавить в пройму петель. Сейчас я этот ряд завяжу до конца. Так, что у нас здесь получается? Вот, если сложить вот эту деталь, но потом еще, видите, до как бы до проймы у меня еще где-то 5 сантиметров. Так, а теперь давайте посчитаем спинку. Сколько теперь, следующая мерка, девчонки, ширина изделия вот самого, которое вы хотите. Это у нас была ширина плеча, а теперь ширина изделия. Вот я хочу не очень широко, а где-то окружность бедер у меня 100 и 10 сантиметров. Вот в бедрах я хочу где-то 55 сантиметров, потому что это под куртку. Куртка у меня джинсовая, небольшая, поэтому мне такой вот мега оверсайз не нужен. Если вам нужен мега оверсайз, то тогда вы считаете свое число. Значит, если считать 55 сантиметров, то в петлях у нас, если брать мою ширину 55 сантиметров, нам нужно сейчас посчитать петли. Значит, опять же, та же самая формула. 18 петель, это 10 сантиметров. Нам нужно 55 сантиметров. И у нас есть число x. Значит, 18 мы умножаем на 55. 18 умножить на 55. 5, 8, 40. 5, 9. 9. 0. 990. И делим на 10. Значит, 99 петель у нас должно быть по итогу. Вот здесь, вот после проймы. Это касается и передней детали, и задней детали. Но мы будем основываться на заднюю деталь. Значит, здесь у меня 83. Вот они, 83. А здесь у меня должно получиться 90. Думаю, что-то непонятное число у меня, да? Я же смотрю, думаю, не могу понять, 97 петель, которые мне добавить. Это же 99 здесь петель. От них мы отнимаем 83. И у нас получается... Ой, 16 петель. 16 петель мне нужно добавить, которые я делю на 2. Потому что добавлять я буду с обеих сторон. И у меня равно 8 петель, которые я добавлю за
16 рядов. То есть это 8 раз добавлений вот здесь вот. Это 16 рядов. Потому что мы добавляем в каждом лицевом. Добавления будут вот такого плана. Так что все у нас на протяжении всего кардигана у нас одни и те же добавления идут. Убавления у нас тут практически не будет, потому что мы вяжем сверху, все у нас добавляется. Значит, 16 рядов мне нужно как бы на вот эту пройму. 16 рядов это у меня 36 минус 16, это у меня где-то 4,5 сантиметра, девчонки, если брать вот эту таблицу. Давайте посчитаем. 36 рядов это 10 сантиметров. 16 рядов это x сантиметров. Значит, 16 умножаем на 10. 16 умножить на 10 это 160 и разделить на 36. 160 разделить на 36 это будет 4, я же говорю, 4,5 сантиметра. 6 4 24, 3 на 4 12, 14 и здесь 20, 200, 4,5 сантиметра. Вот та же формула действует у нас и в высоту. Значит, теперь, то есть вот эта часть у меня, линия добавления, у вас там может быть не 8 петель, а может быть 15 петель, поэтому у вас вот эта линия будет выше, она не будет 4,5. Поэтому в первую очередь вычисляете вот эту вот часть. Далее одеваете на манекен, вычисляете глубину проймы, не на манекен, а на модель. И вы точно уже будете знать точку проймы. То есть до проймы, если у меня пройма 20 сантиметров, да, вот, общая пройма от верха и... Не-не-не, Вика, нет, подождите, не так. Значит... У нас получается, что вот эта деталь, вот такая вот, она уходит туда, да, а здесь скос. Правильно рисую. Вот скос. От скоса 20 сантиметров у нас, это у меня. В мужском же варианте это где-то 25 сантиметров. Я себе беру здесь 20. Так, и от 20 вот эти, то есть пройма у меня вот вся в целом будет 20 сантиметров. Сейчас у меня 14 вот здесь вот сразу. А мне нужно 20 минус 4,5, которое у меня уйдет на 8 добавлений, равно 15,5. То есть сейчас мне ровно нужно, чтобы в этом положении, вот сейчас вот нужно... булавочкой скрепить вот здесь вот, чтобы вы знали, вернее даже не булавочкой, померить на модель и на обозначить линию плеча, вот так вот ее зафиксировать, и вот от этой точки вниз у меня должно быть 15,5 нарисовал. Да что ж такое, я когда говорю такое, то ли пишу не то, если пишу, либо говорю не то, либо пишу не то. Какое-то у меня несоответствие мозга. В общем, понятно. Значит, 4 из общей цифры проймы я отняла 4,5, которая пойдет на добавление. И сейчас мне нужно, чтобы у меня вот от этой точки до низу было 15,5 сантиметров. Это значит, что я ровно довязываю переднюю деталь и потом еще довяжу заднюю деталь немножко. Девчонки, вы знаете, что-то я запуталась, вернее, не запуталась, а хорошо, хорошо, что я вовремя вспомнила. Значит, девчоночки, я рассчитаю по этой плотности, а у нас их две, значит, 20 сантиметров, это уже после обработки у меня будет, то есть мне нужно учитывать, и вам, понятное дело,
нужно учитывать вот эту разницу между высотой. Смотрите, здесь у меня 36 рядов, а в необработанном образце 46 рядов. Если вы уже эту спиночку постирали, вам еще проще, вы уже знаете реальную свою плотность. То есть вот от этого, от этой высоты, от этой точки, вы можете посчитать количество рядов, сколько у вас будет до проймы по вот этой вот плотности. То есть мы сейчас ориентируемся не на сантиметры, а на ряды. Значит, у нас 36 рядов в 10 сантиметрах, в 20 сантиметрах у меня 72 ряда. 72 ряда. Из них мы отнимаем, сколько я посчитала рядов, здесь у нас 16. Вот, все даже проще. 16 рядов у меня уходит на добавление. Значит, здесь у меня 6. 56 рядов у меня будет до проймы отсюда, от вот этой точки, которую я считаю сгибом. Значит, если считать по кромочным, то это, считаем 28 раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Шикарно. Теперь мы добавляем пройму. То же самое, пляшем от края 4 петли. 1, 2, 3, 4. Цепляем маркер. Помним, да, наше число, которое нам нужно добавить. Мне нужно добавить 8 петель. И из вот этой вот лицевой ведущей все точно так же, как и делали, добавляем дополнительную петлю. И вяжу теперь дальше, здесь добавляя дополнительные петли. Девчонки, если вдруг что-то непонятно, все пишем, спрашиваем. Я повторюсь, что в состоянии как бы описать, если получится описать в комментарии, я буду отвечать в комментариях, буду проверять каждый день под видео, потому что обычно я вижу только первые дни, ну, первый день публикации видео, а там, где какие дискуссии, я этого не вижу. Здесь же я буду проверять каждый день до выхода следующего видео. Вот, и буду отвечать либо в комментариях, либо следите, будут короткие видео, либо одно общее будет для всех вопросов, либо короткие по каждому вопросу, либо ответ под видео, ну, в комментариях. Итак, смотрите, вот у меня добавлено 8 петель, и переднюю деталь я заканчиваю. Сейчас все вам покажу. Я здесь обрезаю ниточку, потому что мне нужно будет вязать вторую полочку, да? Пока оставляю. Теперь что я буду делать? Я теперь закончу спинку. Кстати, вот начало, оно сейчас подскочило, и кажется, что все так, как нужно, потому что вот у меня начало добавления, и вот у меня закончена спинка. То есть я сейчас на спинке продублирую все точно так же. Сейчас спицы подену туда. То есть там у меня, по сути, вот если смотреть на вот эту вот деталь, то у меня там сейчас я нахожусь перед тем, как делать добавление. Добавление буду делать точно так же, как и на передней детали, но вам сейчас скажу одну вещь. Вы можете, если у вас, у меня-то маленький размер, не разделяться негде. Если у вас больше размер, вы можете добавление начать пораньше. И делать их не в каждом, ну, не через ряд, а делать, допустим, если их всего там, допустим, 12, 4 добавления делать через 3 ряда в четвертом и 8 через ряд во втором. Что это значит, сейчас я вам расскажу. У вас будет более плавный переход, что, по моему мнению, там не очень-то хорошо видно, так бы есть на оригинале. Вот здесь у нас такой резкий
как бы резкая, что хорошо для передней детали. Для задней же детали, вот она у нас задняя деталь, что она у меня какая-то. Так, если это больше пройма, то можно начать вот здесь вот где-то, и в каждом четвертом у нас пойдет плавно вот так вот, вот таким вот образом, более плавно 4 раза в каждом четвертом, и потом завершить в каждом втором вот так вот. Ну, это уже на ваше усмотрение. Я же говорю, мне уже как бы негде разгуляться, вот поэтому я делаю так. Я не хочу просто широкий рукав, потому что кофту я-то хочу в куртку одевать. Вот, поэтому оверсайз я не хочу. Хочу свободную, но не оверсайз. И вот сейчас я делаю спиночку, довязываю. То есть сейчас начинаю делать добавление с обеих сторон. То есть, опять же, это у меня изнаночный ряд. Сейчас в лицевом ряду два маркера. И все точно так же я буду добавлять. Вы же смотрите, девчонки. Я, конечно же, сейчас постараюсь до вечера довязать. Сегодня суббота, девчонки. Ну, уже вечер, уже 6 вечера. Я имею в виду до того, как я отойду ко сну. Довязать и намочить, чтобы в воскресенье это все утром доснять, уже проверить как бы размеры. Ночью оно чуть подсохнет. Я проверю размеры. И что еще я сделаю? И покажу вам, то есть сработало или не сработало. Но если не сработало, то видео вы, по сути, в принципе, то и не увидите. Должно сработать. Что-то мне страшновато, конечно. Умом я понимаю, что все правильно. Возможно, неправильно не по технологии, не по книгам. Я больше, я же говорю, я вижу больше интуитивно. Вот как есть интуитивное питание, так у меня интуитивное вязание. Вот я рассказывала, что я шью, и поэтому у меня есть это видение как бы самой детали кроя, где она должна уменьшаться, увеличиваться. Вот поэтому у меня получается в основном, в большинстве случаев, угадать. Но если не угадала, то значит вы не увидели. Так-с. Сейчас мы в этом видео довяжем до конца вот уже пройму. Прям в следующем видео у нас будет рукав. И, девчонки, рукав, конечно же, там в оригинале, смотрю, он цельновязанный, как мне кажется, частично либо весь цельновязанный, но мы не будем, мы разберем вот так вот подетально. А если мы благополучно свяжем эту модель, то вторую мы свяжем именно с цельновязанным рукавом. Ну, это зависит от вас, от активности. Итак, 4 петли отделяю. Все то же самое. И от лицевой добавляю петли. Тоже 8 петель. Еще, девчонки, смотрите, подрез. У нас же еще должен быть подрез, потому что я уверена, что мне об нем скажут. Но это, кстати, подрез добавить, его высчитать очень просто. Просто от ширины, так как я считала, сколько петель добавить, вы сначала отнимаете петли подреза, которые вы потом добавите, и потом уже из оставшихся петель вы высчитываете как бы добавление, сколько вам нужно добавить по бокам для проймы. Вот, а подрез потом в самом конце. Я же говорю, я их не люблю, не нравятся мне вещи. Ой, куда я дошла, смотрите. Так, 4 петли, здесь 5-я. Из нее добавляю, цепляю маркер, и так 8 раз, еще 7 довязываю. Провязала я
Вот видите, вот эту кроночку добавила петли. Эта детатка у меня связана. Часть вот это. И я начала вязать эту часть, эту полочку. И что у меня здесь? У меня здесь, смотрите, все точно так же, как здесь. Я набрала 29 петель. И теперь сокращаю. Вот еще осталось сократить еще одну петельку. Ну, то есть полностью дублирую. Ну, только в зеркальном отображении. Вот, видите? Так вот будет понятнее. Если сложить к себе, то вот я здесь сокращение. Потом у меня 20 рядов ровно. Вы когда будете вязать вот эту деталь, вы себе пометки делаете, по сколько рядов, через сколько рядов делать вот эти добавления, это все. То есть конспектируйте свои ряды, и вам будет проще. Я вот помню, что у меня этот уголочек, потом 20 рядов, потом 20 рядов с добавлением, и потом я добавляю вот эту вот этот хвостик. А потом я вяжу от сгиба 56 рядов. И начинаю делать добавления. Вот и вы себе все пометки делайте вот этой вот детали. Вот. А сейчас я, кстати, хочу померить вот эту вот пройму. И сейчас уже знаете, сколько времени? 9:30 вечера. Так, пройма у нас, ну вот, 16,5 сантиметра. И после стирочки я вам скажу, сколько она будет. То есть есть запас, понятное дело, что потянется. И в ширину потянется. Я уже вижу, что все нормально с шириной. Потому что что-то у меня немножечко мандражик был. В общем, я сегодня еще до ночи продублирую вот эту вот часть. И постираю. Девчонки, мне не терпится постирать, разложить и уже прикинуть на себя. И понять, здесь я там или я не там. То есть справлюсь. Все правильно с расчетами или неправильно. Вот. Но я уже так визуально вижу, что там, что я там, где я хотела быть. Вот. В общем, вяжу вот эту вот часть. И потом, в любом случае, в начале видео, вы в видео уже увидите как бы постиранную деталь, потому что если я этого вам сейчас в этом видео не покажу, то будет страшно и вам. А для того, чтобы вам страшно не было, я уже ее покажу обработанную, вот эту вот частичку. Так, вот, девчонки, я обработала. Значит, единственное, что, ну, я так предполагаю, еще оно выровняется, все-таки будет так, как положено. У меня здесь не 47, а 45 сантиметров по плечу получилось. Померила на себя, вот видите, игра плотности вязания на маленьком образце и на большом изделии. Вот, поэтому вот внимательно с этим, девчонки. Ну, понятное дело, 1 сантиметр, он, если, вот, допустим, он даже и вытянется потом по плечу, это ж понятное дело. Ну, вот так вот. Вот что есть, то есть. Хочу вам об этом сказать, чтобы вы знали. Понятно, вот здесь вот, где в полотне, это, ну, 46-45. Ну, видите, расхождение 1-2 сантиметра у меня. Что мне не нравится, конечно, но, исходя из того, что я мерила манекен, а вяжу на себя, а я чуть меньше, то вот так вот. В общем, учитывая, здесь 55, как и хотела, вот по ширине изделия. Здесь все нормально. А вот здесь вот что-то не хватает. Как бы. Хотя, если вот так вот брать плечо, как бы по плечу, по скосу измерять, то 46. Ну да ладно, этот сантиметр я вяжу на себя. Девчонки, вы осторожно, очень осторожно. Тут, конечно же, такой момент, да, ну, я думаю, в вязаном изделии 1-2 сантиметра прям уж такой роли небольшой не играют. Что у меня по глубине проймы? 20 сантиметров, так как я и говорила, тут у нас все совпало, единственное, не совпало по ширине. Не могу понять, почему. Ну, тут, если вот смотреть вот на вот эту часть, по которой я как бы мерялась, то здесь, да, здесь вот после всех обработок будет 47, после всех выравниваний.
А вот здесь вот нету 47, 2 сантиметра не хватает. Скорее всего, что вот это так. Покажу вам сзади, как это выглядит. Вот оно. Все красиво. Наше японское плечо получилось красивым. Тут я спокойна. Здесь мне все нравится. Вот. И, девчонки, кто опытный, пишите свои соображения, я все буду читать. Потому что я сама учусь вместе с вами. Я же говорю, все у меня получилось хорошо. Всем я довольна, кроме вот этой вот ширины. Сейчас покажу вам еще на манекене мужского. Так, смотрите. Ну, здесь вот вроде бы как все и на месте, да. Вот не чувствуется те 2 сантиметра. Бы еще привяжется рукава, но, понятное дело, потянет. И вроде бы как все и хорошо. Так. И сзади все хорошо, все мне нравится. И нравится, как сидит это японское плечо, да, все на месте, все мне нравится. Она мне примерила, тоже все нравится. Единственное, что тут на мужском манекене тройма, как бы не совсем на месте. Ну, видите, как бы кажется, что ее мало. Возможно, я добавлю еще подрез. Хотя по ширине мне все нравится вот здесь вот. Наверное, надо было глубже пробовать. Девчоночки, еще вопрос к вам, к опытным. По какой есть таблица какая-то, либо формула по вычислению вот этой глубины проймы? Как вы это? Я вот кроме как мерить на себя не знаю ничего. Просто знаю, что моя приблизительно такая. Ну, мужская 25-27 даже, я бы сказала. И то 25. Смотря какой мужчина. Ну, в общем, напишите. Я думаю, эта информация будет полезна. Кто знает, или кто, у кого есть свои, как бы, наработки, как вычислить глубину проймы, пишите, пожалуйста, мы все будем использовать. В общем, на сегодня я с вами прощаюсь. До следующего воскресенья. Я буду по воскресеньям выкладывать. Все-таки, девчонки, не все опытные. Некоторым надо не спешить, а если будут видеть много видео, будут нервничать, что не успевают. Я думаю, раз в неделю самое то, не спеша. Вы уж простите те, которые быстро вяжут. Ну, я буду параллельно вязать несколько проектов, чтобы девчонки не нервничали. Ну, основная масса комментариев за раз в неделю, поэтому и буду. Сегодня воскресенье. Ну, в крайнем случае, может быть, сегодня понедельник. Не знаю, как у меня получится смонтировать видео. Вот. Следующее воскресенье. Единственное, что напишите, возможно, одно видео следующее я выложу в субботу утром, чтобы у вас были выходные, как бы, на вот это вот обдумывание всего вот этого процесса, да. Ну, вот его ж надо уложить в голове. Во всяком случае, у меня так происходит. Поэтому напишите, если в субботу вам, чтобы в выходные вы над этим работали, либо достаточно вот так вот через неделю в воскресенье вечером. В общем, я приспособлюсь. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.